Вы все еще не заплатили налоги? Тогда судебные приставы идут к вам. В октябре в Новомихайловском городском поселении прошел плановый рейд по должникам. Нарушители закона посетили взыскатели и сотрудники администрации Топтинского района. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. От такого стука любому станет не по себе. На это и расчет. Сегодня главная задача судебных приставов – застать должников врасплох. Рейд по неплательщикам в Топтинском районе – это плановое мероприятие. Нарушителей много, и, как обычно, двери открывают далеко не все. Очень часто злостных нарушителей не оказывается дома. У него задолженность перед налоговой за имущество. Почему налоги не платят? Он на работе, сын мой. На такой ответ приставам остается сделать только одно – передать родственникам неплательщика повестку и предписание. Ну, вы знаете, причины бывают разные, называют самые различные. От того, что нет возможности, вплоть до того, что не согласны с начислениями, не разобрались, либо не получали уведомления. Им грозит акт ареста. Если крупная сумма, то, возможно, даже выезд за пределы Российской Федерации будет им ограничен. Ну, конечно, самое неприятное – это акт ареста, все последствия, да, вытекающие. Невыезд из страны грозит нарушителям, у которых сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Один из таких неплательщиков прописан в этом доме. Совесть у него, видимо, отсутствует, как и он сам по месту прописки. Диалог с приставами ведет больной отец, который понятия не имеет, где его сын. Я когда с вами начинаю что-нибудь разговаривать, там это, на звонке отвечать, он мне потом это крышу сносит. Ну, мне это надо. Но почему налоги не платят? Это к нему все вопросы. Рейд по неплательщикам продолжится. Адресов по Топтинскому району хоть отбавляй. Неприятные разговоры не нужны никому. Поэтому лучше всего жить по старым заветам. Заплати налоги и спи спокойно. Настя Быч, Александр Ивановсков, Алексей Исаев, телеканал «Орленок ТВ».